привет! Вы смотрите Салон Бонус. В студии, как всегда, я, Сир Макс. И что я вам сегодня расскажу? Сегодня я буду вам рассказывать и показывать игры на нашей дорогой и уважаемой Sony PlayStation. И что новенького? Новенького, значит, у нас вот что для любителей компьютерных. Для любителей компьютера, кто хочет обращаться с компьютером на «ты», может прийти и приобрести на такие замечательные журналы «Все о мультимедиа». Также у нас есть журналы для любителей компьютерных игр, Sony PlayStation и всех 32-битных платформ. Это называется журнал у нас «Игромания». Так, перейдем к следующему. Игры на Sony PlayStation у нас сегодня будут такие. Это Castlevania. Все, наверное, видели этот фильм про Дракулу. Кто не мечтает победить Дракулу в своих мечтах, подраться с вампирами, с плеткой, с бумерангами, со всякими мечами. Вторая игра у нас будет F-Rally, для тех, кто любит гонять. Вспомним старенькое, но, как сказать, лучше 3D-драк, как говорится, еще не было. Tekken 2. Мы вам покажем нового персонажа из Tekken 2. И Overblood. Чужая кровь на русском языке. Все эти компакт-диски вы можете приобрести на Салон Бонус. Ну что ж, будем приступать к просмотру. Игра Castlevania, которую вы сейчас наблюдаете. Вы должны в этой игре убить всяких нехороших злодеев, типа смерти, а в конце дойти до Дракулы и тоже его, как говорится, замочить. Вы выступаете здесь в роли хорошего мальчика, который ходит с плеточкой, всех убивает всяких ненужных оборотней и привидений, которые вылезают из-под земли. Эта игра была на 8-битном формате, на Sega, и сейчас она появилась на Sony PlayStation. Можете приходить и брать ее. Для тех, кто хочет поездить на ралли, я рекомендую вам эту игру. Игра называется V-Rally. Она тоже есть на Салоне Бонус, можете приходить и забирать ее. Что в этой игре превосходно, то что пейзаж такой, можно сказать, оживленный. И все движения машины, кто ездил настоящей машиной и поиграет в эту игру, убедится, что так оно и есть. Все движения – точная копия настоящей машины. Такие же заносы, если вы на повороте будете давить газ и резко руль влево или вправо, вас, конечно, занесет. Как вы сейчас, наверное, это и видели. Игра неплохая, но до гран-туризма, конечно, ей пока далековато. Right.
Давай! Многие геймеры любят квестовые игры. Это одна из квестовых игр, называется Overblood, то есть «Чужая кровь». Она у нас появилась недавно, так как она на русском языке. Суть этой игры в том, что вы, ваш герой, вот этот мужик, вас выкупила какая-то компания и, заморозив, над вами ставила опыты, биологические опыты, и после аварий вы размораживаетесь и ходите по этой станции. То есть вы ищете причину того, как вы оказались таким и как вам от этого вылечиться. Вы встречаете по пути разных монстров, роботов, и с вами будут ходить женщины. В данный момент мы ее уже нашли. Она стоит по другую сторону моста, так как она не может через него перепрыгнуть. Игра хороша тем, что здесь меняется событие быстро, не как, допустим, в Resident Evil, или ходишь по одному дому. А здесь, если вы проходите одну зону, открывается вторая и так далее. Она также есть на салонных бонусах, приходите, забирайте. Насчет этого проекта. Это письмо протеста. Я совершенно уверен, что недопустимо то давление, которое оказывает на лаборатории Комитет национальной безопасности с целью ввести исследование от мирных целей, запустив вирус в систему клонирования объектов. Вероятно, что объектов будут улучшены сенсорные данные, а снятие памяти превратит объекты в настоящих рабов. Единственное вероятное применение полученных объектов в роли послушных солдат. Снятие памяти? Я возражаю против участия военных в разработке проекта. Наши цели всегда были мирными, чтобы возможные генетические улучшения помогали бороться с болезнями, чтобы повышалась сила и выносливость путем ускорения естественной эволюции человека. Недальновидно и опасно позволять военным вмешиваться в наши исследования. Это не должно быть. А потому я требую немедленного прекращения данного проекта. Подпись Милли Эзри, член совета директоров проекта. Это написала Милли. Она должна была быть связана с этим с самого начала. Милли, подойди, ты мне должна кое-что объяснить. А
А для тех, кто еще не знает, что у нас творится в салоне Бонус, я вам скажу, у нас произошли грандиозные скидки на картриджи от Sega, на картриджи от Dendy и вообще полностью на все картриджи. Приходите, приобретайте. Кстати, нету больше категорий. Допустим, вы брали нулевую категорию картридж от Sega, можете прийти и поменять его на седьмую категорию и наоборот. Так далее. Что еще вам сказать? На предыдущей передаче мы вам говорили конкурс, как открыть всех игроков секретных в Tekken 3 и просили записать. Кулаев Михаил прислал нам memory card, на который записаны все игроки и все, как говорится, секретные мультики. Что ж, Михаил, приходи в салон Бонус, с вами свидетельство о рождении, ты получишь приз. А конкурс следующий у нас будет такой. Все, наверное, уже знают, что у нас в салоне Бонус появился Mortal Kombat 4. Если вы принесете memory card свою, тоже записанную со всеми мультиками, и если вам удастся записать сюда секретных игроков, а как вы, наверное, знаете уже, что здесь есть три секретных игрока, то вы получите тоже приз. Ну что ж, а на этом наша передача кончается. До свидания.